Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества. Глава государства пожелал мужской части страны здоровья, всех благ и новых свершений. Президент отметил, в этот день республика вспоминает и благодарит офицеров и солдат Великой Отечественной, которые с оружием в руках защищали родную землю. В Беларуси продолжается досрочное голосование на республиканском референдуме. За первый день явка в стране 6,19%. В Могилевской области свой голос отдали свыше 5% граждан, внесенных в списки. Заранее сделать свой выбор белорусы могут до 26 февраля включительно. Участки открыты с 10 утра до 7 вечера. Перерыв с 14 до 16. В основной день 27 числа жители ждут с 8 до 20 часов. Министерство сельского хозяйства и продовольствия поставило аграриям важную задачу. К посевной до 25 марта должно быть готово 95% техники. Налаженное производство позволит удовлетворить потребность внутреннего рынка в овощной продукции в полном объеме. В стране объявлен желтый уровень опасности из-за ветра. Порывы до 18 метров в секунду. Прогнозируется мокрый снег и дождь. Температура воздуха от минус 6 до плюс 4 градусов. Местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. МЧС предупреждает о возможности возникновения нештатных ситуаций с электроснабжением. В Бобруйске 11 марта покажут выдающийся балет «Лебединое озеро». В спектакле принимают участие артисты Большого театра России. Время 18:30. Приобрести билеты можно в кассе Дворца искусств или на сайте «Квитки.бай». Цена 40 рублей.